Коллеги, продолжаем работу. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Сергей Богданович по традиции анализ игры, затем перейдем к вопросу. Ну, к сожалению, неудачный для нас результат. Что касается хода матча, мяч контролировали много, но остроты в атаке нам не хватало, к сожалению. И при аналогичных моментах, когда там в первом тайме был у нас Матео во втором Утюкавина, к сожалению, мы не реализовали момент. Динамо реализовала. Но в целом, в последних матчах, естественно, нам не хватает более явных голевых моментов касаемо игры в атаке. В остальном, что касается контроля мяча, контроля игры, в принципе, играли нормально. Соперник ждал наших ошибок, хотел использовать быстрые ответные атаки для того, чтобы создавать опасность у наших ворот. Но, к сожалению, сегодня не получили тот результат, который хотели. Пожалуйста, вот коллега в третьем ряду и затем первый ряд. Сергей Богданович, скажите, не могли бы поподробнее рассказать, как вы собирались использовать слабости в обороне «Динамо» какие вы их подметили? Ну, когда готовились к матчу, как вы собирались вот, противостоять атакам «Динамо»? Что получилось, что не получилось? Можно поподробнее? Ну, что касается обороны, я думаю, в обороне сыграли хорошо. Понятно, что в самом концовке уже рисковали какие-то моменты, стали появляться именно в быстрых атаках. Что касается самого, самой игры в обороне до первого пропущенного мяча, единственного, я думаю, что никаких проблем не было. Те атаки быстрые, которые были у Динамо, мы хорошо взаимодействовали, защитники хорошо отработали вот, в простом моменте, связанном с высокой передачей, забросом нашу штрафную здесь немножко не доиграли, проиграли единоборство и после сброса не успели правильно расположиться, я думаю этот момент стал одним из ключевых, наверное, что касается результата этого матча. В Во обороне проблем не было особых, что касается атаки, да, здесь у нас не получилось, к сожалению атаковали не так остро, как нам хотелось бы, эти пространства за спиной, эти атаки и после прессинга, когда-то мячи отбирали, мы слишком медленно принимали решение, надо играть быстрее, уровень и ответственность этого матча высока, поэтому Динамо, в свою очередь, очень быстро возвращались все время после потери назад, когда нужно было играть быстрее и активнее, что касается вот именно в завершении. Не хватило нам и качества, и, ну, наверное, правильных решений касаемо именно атакующих действий, потому что можно говорить только об атаке, об обороне. В принципе, я думаю, что проблем было немного. Пожалуйста. Сергей, добрый вечер. Я вас помню, когда вы пришли еще молодым парнем в сморал. Когда вы с такой самоотдачей играли и в ЦСКА, и в других командах. Вы не пробовали показать бразильцам, вот кадры из тех матчей, где вы играли, показать, с какой вы самоотдачей играли. Потому что сейчас даже я не про отрез... не про сегодняшний матч хочу сказать, а все-таки про отрезок из четырех матчей. Один мяч забит за сколько там? Да? 360 минут, да, то есть я, я, не ошибаюсь, один мяч и с, такой, с таким потенциалом. Потому что здесь, мне кажется, дело в самоотдаче, в команде, которая должна выдавать какой-то свой максимум. Я понимаю, там один матч, второй, а сейчас уже получается четыре матча подряд. Ну, я не могу им показать, потому что я в качестве игрока пять раз подряд не выигрывал чемпионат в одной команде. Что касается мотивации, это действительно сложно. И я думаю, что оценка действий тех или иных игроков, она сквозь призму результата всегда, забитых мячей результата. Конечно, сейчас атакующие действия у нас в атаке мы смотримся не так ярко, как нам хотелось но что касается движения, я думаю, можно посмотреть отчеты, сколько ребята бегают, стараются. Но это самый сложный момент, касаемо мотивационный, когда команда выигрывает, конечно, это очень сложно на каждую игру выходить, как на последнюю. Но в этом отношении стараются. У меня вопросов нет к игрокам. Бывают и такие матчи, и такие периоды. Посмотрим, мы еще в деле боремся за самые высокие места и будем бороться, покуда есть хоть какой-то шанс. Спасибо. Послушаем голос из Петербурга. Борис Матвеевич, пожалуйста. Сергей Богданович, верите ли вы в проклятие Гутмана, которое висит над Бенфикой? Нет, И не нет, знаете? Я вы... вообще в проклятие не верю. А, а нет ли у вас ощущения, что над Зенитом висит проклятие, которое мешает ему в... во многих играх в нынешнем сезоне? Конечно, таких матчей очень много, где в той или иной степени мы, скажем так, не по игре, не по качеству игры теряли очки. Но это футбол, значит, существуют другие материи, которые позволяют именно в тех или иных моментах одной команде побеждать, другой наоборот не побеждать. Я думаю, что нужно работать, трудиться и дальше уже в конце сезона уже подводить итоги. Друзья, больше вопросов нет? Да, пожалуйста. Собран Антон, Матч ТВ. Сергей Богданович, во-первых, хотел спросить по поводу здоровья Караваева. У него была вынужденная замена. Есть ли какие-то предварительные данные, что с ним не так? Давай. Пока, пока нет информации, посмотрим. Я думаю, уже завтра будет обследование, посмотрим, есть повреждение, нет повреждений. Если оно есть, то он насколько серьезно. Ага. И второй вопрос. Сегодня вы уступили «Динамо». Рассказыв... Рассматриваете ли вы «Динамо» как конкурента в борьбе за чемпионство? И насколько сегодня после этого результата эта борьба обострится? У меня вопрос встречный. Когда мы его не рассматривали? Я все время говорю, что и «Динамо», и «Краснодар» в... претендуют на первое место от меня точно такого не знаю кто его списал кого у меня другое мнение которое я уже говорил не раз спасибо пожалуйста коллеги на этом все хорошего вечера Спасибо. с праздниками спасибо Коллеги, здравствуйте. Начинаем пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба Динамо Москва Марцел Личко. Ваш комментарий по этому матчу, Марцел. О, победа с Зенитом понятно. Это это праздник, потому что сегодня Зенит показал свои качества, свою силу. Честно, надо признать, что до момента, когда мы забили этот гол, так у соперника более-менее. ho bylo pod kontrolom. No. Uh, on vládal míčom, on by staral sa iskať tam kaký je dýry, aby mohli zabiť gól. Z druhej strany v, tam uh, v zašítie u nás, nebo uh, v tej fázi obrony, uh, bolo u nás dostatečne disciplíny. I je si ich pomňu, u nich bol očiňať jeden dobrý moment posle Ne? i tak z igry u nás polúčalo s Harašo zakrývať i a braňať uh, tie situácie tam Kasieru, Vendela, um, Bystreho Mostovojda nebo Artur. Takže z tejto strany, ak by tá <coughs> robota na zá, disciplína v obrone, už je Harašo k seželeniu to, čo si oslučuje v priod. Prvý time vopšie náš prechod v priod vopšie nebyl. Uh, v Siemiči uh, posle a 2 dva, pasy srazu patírali i nebyli apasně. My byli bole a, pa, uh, pasívna hra v pěredí. Ve vtorom tajme prúbovali jak by čučut paměňat a um, skázali mm, hrako Čuk uh, a Mumi, byt, uh, Karaskal aby starali sa uh, naťágevať igru, biegať za spinu sa aby uh, načali tie dýry medzi liniemi, kde kacharašo, karaskal, uh, odrabaty, vajedmičí. I ja dúmal, že i tá smena struktúry vygraje 4, 2, 3, 1, potom, kada my pamieniali, kada bytelo prišiel na pole, prišli na 4, 2, 3, 1, začalo nám tak bolšie ľučie, kak by medzi uh, miežďu vladať vládať mičom to, Понятно, и этот гол тебе поможет, дает тебе еще больше силы, да? Потому что когда ты бегаешь только за мячом, это тяжело. Коллеги, если вопрос по матчу, пожалуйста. Марсел, добрый вечер. Добрый вечер Поздравляю с победой. Спасибо. Но зенит перед матчем с Динамо проиграл Рубину у себя дома 2:0. И Рашид Рахимов сказал, что с такой командой нельзя бежать вперед. Я считаю, вы сегодня как под, под копирку сыграли матч, как, практически как играл Рубин, только Рубин забил два, а вы забили один. И «Зенит» играл в гостях, поэтому не так агрессивно. Скажите, вы просматривали этот матч, что-то для себя подметили? Потому что действительно э, матч, который сыграл Рубин, он был показательный. Грамотная защита, подстраховка и вот такие уколы, скажем Uh, Poňatné, už, už skázal, že Rubin, u Rubina i u nás, ak by druhá je štruktúra uh, u nás druhý je uh, profil Y, igra, tože. Uh, no k sezeleniu, ten prvý tam z našej strany, to, čo teraz skázal, bol um, pasívny, dla, dla menia, tak my, aká má my dĺžni byť boli. Uh, ja nehovorím, že tam vládať mičom 60 na 40, ale napríklad môže byť tam 55 na 45 dla Zenita. Da? I v prvom time ja dúfam, že tam bola balšá ráznica. I keď ty biegaš za mičom, ty neoddycháš. Je to ten problém. I uh, napríklad Rubin, u nich vysokie vysoké igraky, balšie, i vsi ostrojeno na no, takú tú disciplínu v záde, silová igra i to, že umiejú bystro vychadit na kontrátaky i plus standardy. dá. Takže ja bole bych chtěl, aby mi skali tú tu igru mezi liniemi čeres karaskala bytela potom i zachadit v strafnoje pod udar. Nakonec vlastně to, že si vodňami mi rešeli Metu Pabieru Čeres možno skázať standard. bol standard a byty miač. Miač sa v strafnoje. Fabi Charašovský nuli, Čuka bol tam, kde náda byla, ne, Kde náda byť sa napadajšie. I nám polúčilo zabiť. E, Smatrielnosť. no, paňata, že čučúc ču smatriel. Kázaň to, že sa rozsmatrievali igru Orenburga. E, v, tam v, v San Petersburge. И, понятно, чуть-чуть посмотрел тоже нашу игру в кубке, когда мы там проиграли 2-0. Где мы ошиблись, какие э, ну, ошибки мы, мы делали в этой игре. Сегодня у вас не было желания ну, выпустить, как Спартак, сегодня полурезервный состав, потому что видно было, что Спартак в уме держал через два дня матч с Динамо. Вы выпустили практически основной состав. <coughs> Я думал, уже. Что... Paniatá. Uh, ja už uh, napríklad, uh, na rotáciu v igre s Orenburgem v kúbke, v igre s Chabarovskem v kúbke. Uh, Sej čas je to dve igry podriad. Uh, ja dúmal, že my môžem si dve igry za tri dňa s Zenitem se Spartakom v, adne, v sostavě, da? No ale môže byť, že s Spartakom budú také dve, dvie, možno tri, ale nemnoho, čestne skážu, dvie zamiany po igrakám. Všetko bude zavisiť, ako oni budú učústvovať sa, ako ja ich uvižu ve vtorník na trenirovke. E to bol napríklad si vodňa bytel o poslednej igre s, s Orenburgem. Môže byť, že i za iskusné pole čučut, jeho nogy neboli svieži, nebol taký svieži, pa aj tomu si dá je to, umelia v Kamejce, Pedro, e, 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 i druhý je Montuán, dá. i ostaviť bytela, kakby, v Kamejce, je to čučúť ču luxus, skážem tak, no z druhej strany, ja dúmajú, ja nechcel rizikovať, že napríklad, si, že po si vôňa tiež že by mohol polučiť i traumu, i z druhej strany. На 30 минут он сыграет спокойнее тоже, на 30 минут то, что он сделал. И в среду он будет, думаю, уверен, что уже будет снова в, в как в ногах, так и в голове. Пожалуйста. Марсел, поздравляю вас с победой. Спасибо. Сейчас получается три очка отставания от Зенита. Как шансы догнать Зенит и Динамо в гонке? smatrite, ja očeň rád, že my viernuli čučut v intrigu v goňke za čempionstvem. A z druhej strany nada skazať, že kada ide od ve futbole, ísť z vrasí balšoj randevu, Zenit si kda vyhrývajete. Kada nada Zenit vyhrájete svoje hry. I paňatná, ja znam, že zavtra vyhrájete samara Krasnodarda a môže slučiť sa, že Krasnodar vyhrájete i on bude na prvom mieste ale ostaje sa ešte 5 igr, 5, da? 4, 4, pardon. I Krasnodar darý grajdy, ešte s nami, posledne. <laughs> Takže uh, ja skázal pieret vlastne pred sezónom alebo v starým krugem sezóna, že keď my 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 by mohli byť v goňke o čempionstvo do posledného kruhu a hrať o čempionstvo na premiér tam se Zenitem i s Krasnodarem uh, v poslednej igre na výjezde v Krasnodare. Za mňa je to by bol топ за меня uh, супер в этом сезоне выигрывал у зенита три матча из четырех по моему да вы что-то такое да. про зенит знаете чего не знают все остальные uh, счастье <laughs> это счастье не так uh, надо надо сказать что например сегодня в этой игре asi ak by zabil prvý Zenit, nám by bolo veľmi těžolo věrnout sa výgru, a tam už tam 60 minút Zenit kontroliroval igru. Vapše kontroliroval. V prvej igre my si hrali veľmi charašo, prvý tajem, neplocho, potom nás davili, no nám polúčilo zabiť na 95. minúte 3-2 i vyhrali 3-2. I v igre, kde ja dúmam, my byli na to, že samej úrovníka Krasnodar i možno čučuť ľučie, to bolo igra v kúbke, kde my zde vyhrali 1-0 v nojabr. A mne je paňatná ten, ten, tá igra v kúbke 1-0, kde my vyhrali. Ale si vodne na primiere zase. Uh, dá, ja čučuť zde uh, plaču, plaču, že ne, ne, ne v napade, ale nada ocenívať zase našu robotu v obrone. Tá, tá, obrona zašita, robotala v mieste starala sa. E, toľko posle standardu bol u nich jeden šans, ale v zígri, ak by nepuskali ich do takých e, možností. Takže tá ta obrona, obrona komandy e, si vodňa to, že igrala na vysokej úrovni. Коллеги, если больше нет вопросов, Пожалуйста, давайте последним. Добрый вечер, поздравляю с я бы хотела вас узнать. Вот Константин Тюкан показывает такие невероятно хорошие результаты, постоянно забивает, постоянно активен. Не боитесь ли вы потерять его летом, что его возьмут и уведут? Не переживайте. Я за не переживаю, что будет, то будет. Это тяжело, как я как тренер влияние, да, я очень рад, что ему идет хорошо. Igríš uh, si si v vrazde válke i v Orenburge to, že v tajmu im našim napadajšiem napichal čučut, potom už to biegať, da. Načali čučut biegať i pomenala struktúra i igry vapšie, pa tomu. Nie, smatrite, uh, Čuka zabil 13 goli i 8 asist, da. Je to značí, nabral 20 oček asi jeden z nejlučší, nebo možno nejlučší igrok v tom čempionátě sej čas. Mala doj páreň, 21, 22 goda. Uh, Páňa, takže 100% za ním sledí ty uh, komandy, uh, nie toľko z Zenit, ale aj z Evropy. Je to normálne, je to, to, to futbal. Takže tak, ako za Zacharián, bylo se Zachariánem, môže byť s ťukou, pasmatrím. Ale to ja Eto ja nevklúčajú. Ja Я ja работаю, мы будем работать до лета, и потом посмотрим, что будет. Это судьба уж потом. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Спасибо.